Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, с вами Татьяна Курячая. Вот и заканчивается 2014 год. И осталось совсем немного времени, когда пробьют куранты, и когда вы поднимете бокалы за те достижения, за те радости, успехи, радостные минуты, счастливые моменты, которые происходили у вас в этом году. Даже если у вас были какие-то беды и невзгоды, у вас все равно были радостные минуты. И именно за них необходимо в момент боя курантов выпить и загадать желание. Вообще, 2015 год наполнен очень большим количеством возможностей. Именно возможностей. Потому что обычно бывает, для кого-то есть возможности, а для кого-то нет. Именно этот Новый год даст возможность каждому из вас, каждому из знака зодиака. И только от вас зависит, что вы сделаете в своем будущем. Я желаю от всей души, от всего моего большого сердца вам большого количества любви. Любви как в семье, точно так же любви от ваших консультантов, от ваших соратников, коллег. Я желаю огромное количество любви от тех людей, для которых вы станете учителями. Я желаю большое количество любви от того окружения, которое будет окружать вас в будущем. Я желаю вам большое количество тепла и большое количество внутреннего благосостояния, покоя и уверенности в завтрашнем дне. Все вы знаете, что есть четыре направления. Четыре направления развития жизни. Это финансовое благополучие. И именно этот год даст возможность укрепить и приумножить финансовое благополучие. Каждому из вас желаю этого. Это личностное развитие. И именно 2015 год даст возможность личностно развиваться. И только от вас зависит, возьмете вы это себе на вооружение. И будете ли вы обучаться, развиваться, стремиться к большим достижениям. Только от вас это зависит. Это отношения. Отношения в семье, отношения с близкими людьми, отношения с друзьями, отношения с коллегами. Именно этот год даст тепло и радость вашему окружению и вам, если вы правильно сделаете шаги. И третье и четвертое направление – это бизнес. Это направление работа, бизнес и достижения. Именно это направление даст возможность вам финансового развития. Я еще не сказала здоровье, но здоровье я обобщаю как пятый элемент, потому что здоровье – это не только физическое состояние, здоровье – это еще и наше внутреннее состояние. И если у вас все четыре направления будут идти в правильном направлении, и деньги, и личностное развитие, личностно вы начнете развиваться, и взаимоотношения, и бизнес, и работа, то тогда ваше внутреннее состояние будет здоровое. Потому что здоровье – это то, чем мы живем, это то, куда мы стремимся. Здоровье – это то, чем мы питаемся. И естественно, если мы счастливы, если мы красивы, если мы успешны, если мы рядом с близкими, то здоровье будет всегда, длительно, надолго и на многие века. Спасибо всем огромное, большое и низкий поклон за ваши сообщения, за ваши поздравления, за ваши теплые слова. Большое вам спасибо, потому что если бы не было бы вас, тогда бы не было бы меня. У меня не было бы смысла создавать уроки, у меня не было бы смысла давать полезные вещи, если бы не было бы вас. Поэтому мы взаимосвязаны. И мы в будущем будем еще ближе и еще сильнее. Ведь вместе мы сила. С наступающим Новым годом вас! С наступающим успешным! С наступающим богатым! С наступающим счастливым! С наступающим любящим 2015 годом! Годом Овцы!